когда мы говорим о персонале, когда мы говорим об эффективном менеджменте, все равно так или иначе мы возвращаемся к людям, и мы возвращаемся к тому, как построить систему, которая позволит сделать так, чтобы ваш бизнес был эффективным. На самом деле все ответы очень простые. Это как раз именно системное решение. Должна быть система, связанная с подбором персонала, система, связанная с обучением, обязательно система оценки людей, без этого невозможно. То есть мы с вами подобрали человека, обучили его, мы обязательно должны понять, насколько он хорош, и после этого уже придумывать систему мотивации. В принципе, эти темы волновали людей и будут волновать их еще очень долгое время, поскольку это самое важное. Мы считаем, что если вы нашли ответ на вопрос, как сделать так, чтобы человек у вас работал, работал с удовольствием, получал удовольствие и хотел работать в вашей компании долго, значит, вы нашли ответ на вопрос, как заработать много денег. Это люди, как мы считаем, основной элемент успеха бизнеса, основной элемент успеха ресторана. Я очень рада, что организаторы пригласили нас принять участие с Михаилом в этом конгрессе. Он очень интересный и очень интересная аудитория. Люди очень активно задавали вопросы. Им действительно было интересно обсуждать все то, о чем мы с ними говорили. Единственное, что мне кажется, что когда тема выступления заявлена очень широко, очень сложно говорить о деталях. Как правило, ты говоришь о чем-то по верхушкам. И, наверное, на будущее я бы хотела посоветовать брать более короткие темы, посвященные каким-то конкретным, да, направлениям, очень локальным, и на них обращать внимание. Мне кажется, это будет носить более прикладный характер для тех управленцев ресторанной индустрии, которые приехали на конгресс. А так, огромное спасибо, отличная организация.